Раз, два, три, четыре! Тима, Тома, Тима, Тома, лучшие друзья! Тима, Тома, Тима, Тома, им скучать нельзя! Лето он зимой, громче ты слепой! Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не сидится дома! Тима, Тома, Тима, Тома, не разлей вода! Тима, Тома, Тима, Тома, весело всегда! Лето он зимой, громче ты слепой! Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не сидится дома! Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не сидится дома! Да! Тима, Тома! Тима, Тома! Тима, Тома! Посуда. Тома, смотри! Ой! Ай! Тима, слоники не любят мыть посуду. Бегемотики тоже не любят. Но надо. Покушал, помыл. Покушал, помыл. Вот такое вот правило. То... Да ну их этих правила. Может, не надо? Это же не кастрюлемоечная машина. Миленькая, хорошенькая, помой нам всю посуду, пожалуйста. Надо бы побыстрее. Мы пойдем другим путем. Сейчас я вызову дождь, и дождик всю посуду отмоет. Хей-я-хей, 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 хей-я-хей. Га-га-га-га-га! Не поняла. Тима, что это? Флот. У меня здесь, значит, 2-3 боевых крейсера, 5 катеров и 1 вертолетная площадка. Тома, хорошо бы еще воду найти. Тима, за мной! Пушечки, огонь! Точно! Пришлите подкрепление! Нужны снаряды! Нет! Ой, сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь! Тима, скорее неси посуду, а то дождик пропустим! Она и так уже чистая. Давай на полку ставить наши корабли. Аэродром, как слышите, захожу на посадку. Ура! Ура! Ура!
брошенное дело. Вот так. Ай! Ой, извини, Тома! Привет! Чего делаешь? Привет! Вот, ватрушек захотелось. С повидлом. Занята! Ну вот, а мы тебя на футбол позвать хотели. Футбол? Идем! А ватрушки? А, без меня испекутся. 40 минут. Куча времени. Защиту! Ты какая защита? Я в нападении. Сима! Сима! Привет! Ты куда? С лестницей. Привет! За яблоками. Как яблок. Ой, захотелось. Если хочешь, пойдем. Заодно лестницу подержишь. Побежали! Тома! Ты куда? Мы не доиграли! Да я мигом, туда-сюда. Яблок принесу, полное ведро для всех. Яблок! Целое ведро! Только быстро! Договорились! Ладно, сыграем без Томы. А мяч? Красота! Завтра яблочный пирог испеку. Испеку. Ой! Мои ватрушки! Дома! Дома! Эх, зря я пошла в футбол играть. Ой, футбол! Меня же ждут! Ну где же она? Ой! Дома! Сколько можно ждать? Где наши яблоки? И мячик! Мячик? Яблоки? Ой! Сима, ты где? Здесь. Ого. Ой. Ой. Ай. Ну все, я завис. А как хорошо все начиналось. Не бойся, Сима. Я новую принесу. И для поросят! Ой, 5 часов! Меня же на поле ждут! Ну, Тома, весь день тебя ждем! Ты же мячик унесла! И где наши яблоки? Я яблоки? Я же принесла! Сейчас! Яблочки, 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 яблонька! Сима! Сима, я быстро! Я спешу! Я бегу! Тома, где лестница? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, а вы куда? А футбол! Ну какой футбол без мяча, Тома? Я сейчас принесу. Не надо, ужинать пора. Сима! Сима, ты в порядке? Я-то да. А вот ты, Тома, сегодня... какая-то странная. У меня и ватрушки, и футбол, и яблоки, и вот еще, ай, лестница. Я ничего не успела. Просто не надо все сразу. Одно дело закончила, а другое начала. Вот. Ну что, играем в футбол? Да! Только позже, а то ватрушки остынут. Че хотите? С ватрушками. Чаю! С ватрушками! Да! Артистка! Если вы талантливы и мечтаете выступать в цирке, приезжайте в нашу школу! Ой, это же про меня! Тома! Ты что, от нас уедешь? Ради цирка куда угодно! Цирк – это сила духа! В актрисе главное – изюминка! Нужен талант!
нет у меня изюма. И силы духа непонятно. Главное, у тебя есть мечта. А мы поможем. Переходим к упражнениям на шаре. Что это с ним? Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тут зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Теперь я. А ты представь, что он крутится. Воображение – первый друг артиста. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Артист должен производить впечатление. Надо понять, Тома, в чем твоя особенность? Какой у тебя талант? Я умею трубить хоботом вот так! Тома, позволи играть? Нет, Сима, я ищу свой талант. Ты не знаешь, какая у меня особенность? Ты вся особенная, особенно уши. У всех есть уши. Вот если бы Тома на них летала. Я научусь. Внимание, внимание, смертельный номер. Слоненок Тома совершит полет на ушах. И я! Тома, вот он твой талант. Ты клоунесса. Клоунесса? Ух ты! Ех! Ну, наконец-то. Тома, настоящая артистка. Боец, я в нее верю. У Томы особый, редкий талант. Она мой самый лучший друг. Я буду по ней скучать. Дорогие зрители, выступает клоунесса Тома. Абра-швабра, кадабра. Крекс, фекс. Зависимо! Ура! Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Эх, Тома, как же без тебя будет скучно. Это цирку без меня будет скучно. Цирку? Я остаюсь с вами, друзья. Буду вам здесь цирк устраивать хоть каждый день. Горячо, холодно, холодно, очень холодно, совсем мороз. Теплее, теплее. Ах, Тима, смотри, какое красивое дерево. Ой! Ура! Нашла! Нашла! А дерево больше некрасивое. Это можно исправить. Ну вот. Теперь наше дерево самое красивое. Ой! Не получилось. Ой, Тома! Оно от холода дрожит. Надо его одеть. У меня все. И у меня тоже. Хм.
теперь наше дерево не замерзнет. Вообще! Эх, Тима, Тома, ну как же так? Разве можно осенью ходить раздетыми? Зато мы дерево спасли. Ваше дерево само сбросило листочки, чтобы выжить зимой. Как это? Да так! Если листья останутся, зимой на них налипнет снег, и ветки сломаются. Но дерево же голое! Как оно не мерзнет? Зимой оно оденется в снежную шубку. Смотри, Тима, какая у нашего дерева шубка пушистая. Теплая, наверное. А я вот в куртке замерз. Давай согреемся по-деревянному, Тима. Тома, тебе тепло? Пока нет, Тима, тебе? Мне тоже. Давай еще погреемся, Тима. Мышка, снежная шубка. Это вообще не шубка, а холодильник какой-то. Что дереву шубка, то детям насморк. Не волнуйтесь, дереву сейчас хорошо, оно спит, а проснется весной. Оно так долго спит? Тима, скорей! Там весна пришла! Ну и почему оно опять голое? Эх, Тима, неужели наше дерево замерзло? Если замерзло, значит заболело. А если заболело, значит... Врача! Срочно! Где? Где больной? Да вот же он! Ой, алло! Ну? Бегут соки! Просыпается ваше дерево! Холодно, 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 теплее, теплее, еще теплее! Тома! Тома! Смотри, это же наше дерево! Смотри, сколько мячиков спрятала! Оно, наверное, тоже хочет играть. В горячо холодно. Тима, Тома, Тима, Тома, лучшие друзья! Ветрянка из банки. А давай, кто дольше пропрыгает на одной ноге. Не, я лучше тут, на лавочке. Можно и на лавочке. Ох. Тома, я не хочу прыгать. Ну и ладно. Больно. Все как-то плохо стало. Тома, это витаминки. Принимай по две штучки каждый день. Они очень полезны. Вот, съешь витаминки, и локоть сразу выздоровеет. Ой, я же сегодня сама еще не ела. Не выздоравливает. Странно. А, тебе надо локоть йодом помазать. Пойдем к мышке. Нет, йод меня щипать будет. Я лучше домой. Нет, Тима, срочно, срочно к доктору. Никого нет. Идем домой. Нет, нет. Я сама тебя йодом помажу. Так, где же здесь йод? Ух ты. Так. Тома, смотри, какая штука. Ой, все как-то плохо стало. Вот ты объелся, вот живот и болит. Надо быстрее все поставить на место. Я дам тебе лекарство, и сразу станет легче. Мы все баночки перепутали. Мышка теперь не найдет нужное лекарство. Это очень плохо, Тома.
Ой, и локоть что-то разболелся. На, вот тебе еще две витаминки. Да они не помогают. Ну, значит, надо больше витаминов. А если Мишке не то лекарство дадут? Тома, надо идти сознаваться. Страшно, мышка, наверное, ругаться будет. А может, эти витаминки от страха помогают? Ага, надо попробовать. Ой, что это с тобой, Тима? Так у кролика было, когда он ветрянкой болел. Тома, а с тобой что? Ой, вы что, заболели ветрянкой? Вид. Ужас! Этикетка оторвана. А, Тома, это не витамины, это ветрянка. Мы съели лекарство для ветрянки. Ой-ой-ой, наверное, мышка банку перепутала. А мы ей все банки перепутали. Теперь все красными пятнами покроются. Или зелеными. На, принимай. Стойте! Стойте, стойте! Мы уронили и перепутали все ваши лекарства. Вот. Мы очень виноваты. Можете нас ругать. Хорошо, что вы рассказали правду. Вы успели вовремя. Никто не пострадал. А что это у вас за пятна? Мы съели лекарство для ветрянки. Такого лекарства не бывает. Здесь же были полезные витамины. Но все полезное хорошо в меру. А вы съели слишком много. И теперь у вас диабет. Но не волнуйтесь. Так, сейчас мы все вылечим. Тима, у тебя все прошло. Ой, и у меня тоже. Ага. А теперь, Тима, намажем твой локоть. А локоть уже прошел. Тима. Ой, щипится, жмутся. Тебя солнышко припекает. Ух ты! Тома, теперь у меня есть свое солнышко. И мне солнышко. Вот и тебе солнышко. Ой, красота. Как хорошо все стало. Чудо-песенка. Ой, Тима, смотри, бедный цветочек, ему грустно. Его надо полить, Тома. Ему надо спеть песенку, Тима. От хвори и простуды мы песенку поем. А чтобы было легче, поем ее вдвоем. Поем ее сегодня и завтра будем петь, поскольку не желаем ни капельки болеть. Сработала! Песенка подняла ромашке настроение. Привет, кролик! Вредители! Кто? Мы? Гусеница! Ну что ты, кролик? Как такая милашка может навредить? Какая умница! Я назову тебя Чудо. Чудо-юдо. Кстати, у меня созрели мангосливы. Хотите попробовать? Да! Мои мангосливы! Ты! Чудище! Не волнуйся, кролик. Я сейчас чудо-песенку спою, и она исправится. Может, еще и станцевать для нее? А? Да. Давайте ее напугаем. Разве правильно кого-то пугать? Надо объяснить. Чудо, нельзя столько есть. Ты же лопнешь. Все съели мой огород. Куда мне теперь? Все пропало.
глупое чудо по попе? Так ничего не получится. Надо заманить чудище в ловушку. Готово. А вдруг она ушибется? Если ее поймает кролик, она ушибется еще больше. Кролик, ты не ушибся? Моя морковка! Весь огород! Ну вот теперь можешь петь, Тома. Больше делать нечего. От хвори и простуды мы песенку поем. А чтобы было легче, поем ее вдвоем. Поем ее сегодня и завтра будем петь, поскольку не желаем ни капельки болеть. Что с ней? Чудонька умерла? Окуклилась. Пойте дальше. Тома. Это она, моя чудонька. Какая чудесная. Это все моя чудо-песенка. Тома, а твоя чудо-песенка огород посадить может? Легко. От хвори и простуды мы песенку поем. А чтобы было легче, поем ее вдвоем. Поем ее сегодня и завтра будем петь, поскольку не желаем ни капельки болеть. Поручение. Ух ты! Тима, а что это? Это, Тома, самокатный громозвон. Будет, он еще не достроен. Тогда, Вася, его достроим прямо сейчас. Не могу сейчас. Нужно вернуть мышке книгу. Мышка подождет. Нет, Тома, это очень важная книга. Она может понадобиться мышке в любую минуту. Тима! Тима, ну пускай книжку отнесет кто-то другой. Вон, медвежонок! Неудобно. Чего неудобного? Дай сюда. Мишечка, ну будь другом, все равно без дела бегаешь. Можешь бегать к мышке, отнести книжку. Тима бы и сам отнес, но у него, понимаешь, самокатный громозвон. Спасибо, Мишечка! Я все уладила. Ух ты! Значит, так. Ой! Да что же? Слушай, это книжка мышке надо. Отнесешь? А у Тимы громокатный самозвон. Спасибо, друг! Стой! Дело есть! Мышке надо книгу, а у Тимы перекатный громолом. Так что давай, действуй! Так, миллиграмм. Мышка! Там, у Тимы громолап на перелом. Что, Тима? Перелом! Громадный! Вот, кстати, книжка. Что случилось? Тима умирает! Я с вами! Что случилось? Тима! Спасать надо! Ну что, готово? Подожди, почти. Ой, что это? Не двигайся! Раз, два, раз, два. А
Ай! За что? Мы тебя спасем! Не бойся, ты умираешь! Сима, не беспокойся! Я твой граммофон вместо тебя доделаю! Не надо ничего за меня доделывать! С чего вы взяли, что я болен? Мишка! Ну, ты это, книжку? Да, ты книжку сам не вернул! Да потому что заболел! Ой, Сима, она вернулась! Эх, Тома, все надо делать самим! Мышка, держи свою книжку! Спасибо, Тима! Это раз! А теперь... Внимание! Представляем вам самокатный громозвон! Тома! Алло! Не спится. Тима, а хочешь, я расскажу тебе что-нибудь смешное? Нет. А хочешь пить? У меня тут есть молоко с вареньем. Тома, отстань! Пей сама свое молоко с пенкой. А я знаю одну штуку, называется почет слонов. Всего 200 слоников, и ты уснул. И как их считать? Смотри, первый, второй, третий. Надоело. Если не можешь заснуть, не помогут ни слоники, ни козлики, ни бегемотики. Посчитай-ка я лучше бегемотиков. Первый, второй, третий, четвертый.
кто из зверей самый сильный? Я думаю... слон. А я думаю, бегемот. Слон. Бегемот. Слон. Бегемот. Кстати, а у нас дома кто? Слоненок. А Тима? Бегемотик. Так давай у них и спросим, кто из них сильнее. Опа! Держи! Промазал! Лови! Тима, дома! А вот скажите, кто всех сильнее? Слон! Бегемот! Надо устроить соревнование между слоником и бегемотиком. Дружба победит. А как же мы теперь узнаем, кто сильнее? Из книг узнаете. Пошли в библиотеку. Помогите! Там! Скорее! Что? Что случилось? Там! Ты как туда попал? Я в котика играл. С утра так сидит, а скоро обед. Я есть хочу. Надо его спасать. Ну как? Не-а. Не-а. Высоко. Есть хочу. У меня идея. Он боится высоты. Надо сделать так, чтобы высоты не было. Мама! Мама! Давай! Ой! Ой, а что это вы тут делаете? Помоги! Напугал, котик. Мяу! То есть хорёк. Зато теперь я знаю, кто на свете всех сильнее. Кто? Я? Ну, конечно, ты найдёшь. Сильнее слону. Карета. И здесь её нету. Она пропала. Бедная моя куколка. Моя мушка. Не плачь, Тома. Она не пропала. Она, значит, уехала. Куда? Ну, в далекую страну. На золотой карете. Ты все выдумал, Тима. Честно, я сам видел. Подумал, ты уезжаешь. А это мушка уехала. Карета. Тима, бежим! Куда, Тома? Куда-куда? Карету искать!
Смотри, Сима, это от кареты отвалилось. Это точно от кареты, Тома. Смотри, Сима, она тут проехала. Вот следы, а вот остановка. Садись, подождем карету и уедем в далекую страну. Тома, я должен тебе сказать... Сима, слышишь? Это она. Привет, Тома! Ты чего здесь сидишь? Карету жду. В дальние страны поеду. Карету? Чего вы смеетесь? Карет не бывает дома. Не бывает карет. А вот и бывает. Физкульт, привет! Привет, Мишка. Я думала, ты карета. Какая карета? Золотая, в дальние страны. Так ты это расписание знаешь? Прождешь так ночь скоро. Это Мишка проехал, а это карета. Неужели? Да нет же, у кареты следы так, а у Мишки так. Все ждешь, Тома. Не приедет твоя карета. Приедет, вот остановка, а вот следы. Это Мишкины следы. От велосипеда. Мы ему колесо накачивали. Помню. Пойдем, Тома. Поздно уже. Не бывает, значит, золотых карет. Бип-бип. А это что за звук? О! Карета. О! Вот это да! Орел! Карета подана! Садитесь, пожалуйста! Прости, Тома, я все придумал про карету. Ничего, Тима, она ведь все равно приехала. Наша карета едет в далекие страны. Следующая остановка – поселок Пряники. Бип-бип! Эх, гудок надо было сделать. Не надо. Мушка! Тима, смотри, да? Моя мушка нашлась, вернулась. Медотыка. Если утюг не нагревается, проверьте нагревательный элемент. Тык-тык. Ой, так мы никогда гулять не выйдем. Дай-ка я. А, Тома! Дома не надо, надо по инструкции. Испортишь? Ой! А, батарейка отошла. Просто я мастер. Если что-то сломалось, несите Доме. Это здесь. Сломался? Машинка для мороженого. Мастер Тома всех починит. Мастер Тома всех спасет. Приступим. А так. Стой, стой, стой! Спокойно, все хорошо. Главное, не останавливаться. Я починю ее! Глупый, я же помочь хочу!
Тыка! Раз, два и готово! Ой, что это? Ой! Спокойно! Я знаю, как все исправить! Дима! Спокойно, Тома! Ничего страшного! Это всего лишь зима среди лета! Можно стать кем угодно. Разве? Вот ты, Тома, можешь стать птичкой. Да запросто. Сейчас докажу. Но у тебя нет крыльев. Зато какие уши? Машем и летим. Машем и летим. Я же говорил. Значит, я не летающая птичка, как пингвин. А, Тима, смотри, какая у меня птичья походка. Походка – это еще не все. Птички, к примеру, едят червяков. Червяков? Мне его жалко. Потому что ты слоненок, а не птичка. Есть такие птички, которые едят зернышки. Ну-ка, Тима, насыпь мне семечек. Та-дам! Перед вами зерноядная нелетающая птичка. На юг полетели. Я тоже полечу, то есть пойду пешком.
Я ведь не летающая птичка. Прощай, Тима. Увидимся весной. Я буду скучать по тебе, Тома. Станешь не перелетной птичкой, как воробей или голубь. Отличная мысль, Тима. Раз я зимую здесь, нужно свить теплое гнездышко. Ну что, Тима, теперь я настоящая птичка? Нет, Тома. Настоящие птички скачут с ветки на ветку. Птички не падают с деревьев. Тома! Тома! Ты как, не ушиблась? Надо потренироваться. Попробую еще раз. Не надо, Тома! Ты меня убедила! Ты была настоящей птичкой! Правда? Значит, и ты, Тима, можешь скакать, как кролик. Молодец, Тима. Давай вместе. Мешок слона. Енот Жан-Поль испек самый большой пирог в мире. Тима, ты дома? Что случилось? Я хотел испечь пирог. Но не знаю, сколько надо продуктов, чтобы он был самый большой. Ничего не вышло. Тима, не сдавайся. Большой пирог. Это какой? Огромный-огромный, как слон. Ну, слон у тебя есть. Это поможет? Чтобы испечь пирог размером со слона, нужно столько воды, сколько весит слон. Садись! Готово! Добавьте муки вдвое меньше, чем воды. Муки надо в половину меньше. Значит, тебе надо встать на качели в половину. Как это? Если ты свесишь ноги, они не будут на качелях. Значит, на них останется только твоя половина. А, это я могу! Копать будем здесь. Ой, яма сама выкопалась. Мешок муки не прилетал? Тима, вот он! А чего это у вас мешки летают? Это мы его так взвешивали. Надо было взвесить мешок муки. То есть мешок слона. Фу ты! Пол слона мешка муки. А это... Я, кажется, придумал. Бежим! Кролики, пошли! Фелиция, тут у нас сложное дело. Ты для него еще маленькая. Но я тоже хочу кататься. Есть! Один слон – это 6 кроликов. Значит, половина слона будет 3 кролика. Где мука? Освобождайте весы. Трое сюда. Сыпь осторожно, Тома. Я уже большая. Иди играй, Фелиция. Так, пол слона муки есть. 2 кролика на масло.
Готово! Яйца 5 кроликов. Сахар 1. Ничего не забыли? Сима, а соли сколько? Соли в половину меньше, чем сахара. Ничего не получится. Сима, не сдавайся. Но, Тома, если соль половина сахара, то нам надо взвесить половину кролика. Фелиция! Молодец, Фелиция! Это все! Как все? Я еще хочу! Ничего не осталось взвесить, даже самую малипусечку. Ничего! Осталось домесить тесто и испечь пирог. Осталось взвесить. Да все, что есть вокруг! Ура! Так, велосипед весит 2 кролика! Пылесос 1 кролик! А пирог? Абсолютный рекорд поселка Пряники установил бегемотик Тима. Я же говорила, если не сдаваться, то все получится. Остров. И тут начался шторм. Завывал ветер. Корабль разбился о рифы. Робинзона выбросила на берег необитаемого острова. Поросята! О, поросята в лес идут. Пойдем с ними. Да ну их! Слушай дальше. Робинзон построил на острове дом и приручил дикаря по имени Пятница. Робинзон прожил на острове 28 лет. Потом его нашли, и он вернулся домой. Сима, мы тоже отправляемся в путешествие! Но у нас же нет моря. Зато есть лес. Не забудь весла. Лес будет как будто море. Полный вперед! Не отставай! О, горе! Мы сели на мель! Корабль тонет! Дальше вплавь! Акулы! Спасайся, кто может! Ура! Земля! Мы спасены! Можно с вами поиграть? Извините, нельзя. Это наш необитаемый остров. Ну и ладно! Подумаешь, найдем свой остров! Обитаемый! О, горе! Прощай, родной дом! Мы затерялись в океане на долгие годы. Что-то есть хочется. Пойдем, поищем пропитание. О, малинка! Ой! Физкульт, привет! Хочешь малинки? Да! Тома, осторожно! Это коварный мавр! Он тебя схватит и продаст в рабство! Я? Уходи, мавр! Сами вы, мамры! Ой, кажется, дождь собирается. Пора строить дом! Ха-ха! Ю-ху! Эй, это же ветки для шалаша! Выжить на необитаемом острове – серьезное дело! А ты пляшешь! Но это же игра, Сима! Хочешь баловаться? Иди к поросятам! Ну и пойду! Ну и пожалуйста! Так началась моя жизнь на необитаемом острове. Я проведу в одиночестве долгие-долгие годы. Что такое? Я слышу голоса! Ау! Я плыву к вам!
Дима там совсем один. Бегемот в открытом море! Эй, плыви сюда, скорее! Скорее! Добро пожаловать на наш обитаемый остров! Здесь можно баловаться сколько хочешь! Малину будешь? Сладкая, мамританская! Спасибо! И простите, я заигрался и всех обидел. Ерунда! Мы не обиделись! А мне понравилось быть мамром! Юху! Все-таки обитаемый остров лучше. Ведь на нем обитают такие хорошие друзья.